Что делать, если когда ты делаешь работу, не можешь четко шейха представить? Все разные мысли приходят в голову, и образ шейха не собирается в голове. И как правильно вукуф делать? Повторите, пожалуйста. Вот образ шейха, Саид Афанди Кудисиру говорит, устаза лицо не нужно представлять. Саиф Лакады там или Махмуд Афанди. Наша задача просто быть убежденным в том, что они перед нами находятся, и все. Если, допустим, сейчас все вы глаза, например, закроете, вы меня не будете видеть. Вы же знаете, что я здесь сижу, правильно же? Вам же не мешает невидение меня принимать от меня информацию. Вы же не глазами информацию принимаете, а ушами принимаете. Вот так же, когда вы убеждены в том, что перед вами сидят эти устазы, хоть солнце представьте, как будто перед вами находится, и этот солнечный лучик в ваше сердце залетает. Вот что бы вы ни представили, главное, чтобы вы не отвлеклись от них. Этого бывает достаточно. А вукуф уже вот мы можем, знаете, когда вот какую-то ситуацию, внутреннее ощущение. Вот человек, допустим, он голодный, от того, что еду он не покушал, у него будет ощущение голода. Когда он покушал еду, у него будет ощущение сытости, например, настроение хорошее бывает. Кто-то нас обрадовал. Вот наши ощущения, они указывают на Всевышнего Аллаха. Когда у нас какое-то неприятное ощущение, это указывает на то, что на Аллаха справедливость, на Аллаха могущество, где Аллах говорит, как я хочу, так и будет. А когда нам что-то приятное приходит в наше сердце, ощущение какое-то, Аллах нам показывает себя с красивой стороны, как милостиво, милосердный. И вот любое наше состояние, оно является как фактор нашего обучения. Вот мы Аллаха узнаем в этот момент либо справедливым, либо милостью, милосердным. Поняли же, да? Аллах говорит, «Вафи амфусикум афалят убсирун». «В вас самих, говорит, есть знамения, чудеса, разве, говорит, вы этого не видите, говорит Аллах». Вот самые такие вот чудеса, знамения, вот именно наши ощущения. Вот сейчас, в данное время, допустим, у меня голова, например, болит. Голова, например, почему болит? Потому что Аллах создает эту боль, правильно же? И вот это ощущение, неприятное ощущение, оно мне на что должно указать? Что Аллах делает, как хочет, что хочет, это его право. Я ему принадлежу. Я вот в этот момент, даже с этой болью, Аллах начинаю познавать справедливым, могущественным и так далее. А если, допустим, у меня головная боль пройдет, у меня будет на душе хорошо, настроение будет хорошее, это ощущение указывает на то, что Аллах милостив, милосерден, хоть я даже не заслужил этих ощущений, но Аллах милостивый, я Аллаха так узнаю. И вот это состояние, вот это вот наше ощущение, это вукуф получается, который указывает на Всевышнего Аллаха. Мы же самого Аллаха представить не можем. Поэтому вот примерно так легче бывает делать.